Группа «Ленинград» и «Глюкоза» выпустили клип о недовольных русских. Выпустили анимационный клип на песню «Жужу», посвященную вечно недовольным людям. Ролик опубликован на YouTube-канале «Ленинграда». Оля недовольна «Мерседесом», Коля недоволен лишним весом. Он и своей «Маздой» недоволен. «Мерседес» его устроил Олен, поется в их песне. В припеве «Глюкоза» заявляет: «А я вам так скажу, я же вот уеду на Пежо и не ною». Режиссером клипа выступил создатель фильма «Хардкор» Илья Найшулер. Анимационный клип снят в стиле японских фантастических мультфильмов. В нем персонажи-андроиды, похожие на Сергея Шнурова, Глюкозу и рэпера СТ Александр Степанов, который также принял участие в записи песни. Устраивают жестокие перестрелки друг с другом. Найшулер ранее снял клип «Ленинграда» на композиции «Вояж» и «Кольчик».